Раз, два. Раз, два, попробуем. Ну? Так, везде меня слышно? Добрый вечер, виндсерферы, слышно меня? О, отлично. Хорошо. Всем приятного вечера. Меня зовут Андрей Нарубин. Я представляю клуб «Кайт на ура». Мы занимаемся кайтсерфингом. У нас сегодня ребята, которые плавают на запах. Вы видели видеоролики. Ребята, которые катаются на виндсерфах, тоже сегодня выступят. И у нас первыми сегодня выступит... у нас же много здесь спортсменов, правильно? Поднимите руки, кто у нас спортсмены. Так, наши все. Ребята, которые занимаются моделированием погоды. И мы на них очень рассчитываем, на всех спортах. Смотрим их программу. Итак, программа «Виндсерф Винди». Лиза, вы готовы? Отлично. Так, прошу послушать приятного спикера. Она нам много чего приготовила. Вперед, назад. Так, мы пожелаем удачи. Давайте поприветствуем Лизу. Спасибо, всем привет. Ну, как уже все услышали, кому интересно, кому интересно. Меня зовут Лиза. Представляю сегодня команду Винди. Это приложение, которое занимается прогнозируемым, непрогнозируемым ветра. И мы хотим рассказать сегодня нашим пользователям, нашим друзьям, кому интересно, кому не интересно, видимо, тоже, что мы делали в нашем приложении нового за последнее время, за время нашей последней встречи. Какие у нас есть планы, мы хотим послушать вас, ваши идеи. Мы всегда открыты, и как раз все, что мы делаем внутри приложения, оно с какого-то момента очень сильно зависит от того, что нам советуете вы, что вы хотите видеть и так далее. И пока я не начала, и у кого работает интернет, мы сегодня специально, пока ехали сюда, создали чатик в Телеграме под названием «Винди Юзерс». Вы можете его найти, туда вступить. И пока там существует только я и Антон. Вот. Но вы можете писать туда все свои мысли, комментарии и так далее. И мы с удовольствием потом лично или не лично ответим. Вы можете приглашать туда тех, кто отсутствует. Еще раз, часть называется «Винди Юзерс». Если вдруг сейчас я не подтвержу, потому что мой телефон стоит на столе, потом я это обязательно сделаю, когда закончу презентацию, с удовольствием мы ответим на все ваши вопросы, даже на те, на которые сегодня не успеем. Что мы сегодня расскажем, соответственно, какие новые функции у нас появились за последние, наверное, полгода в приложении, и какие наши ближайшие планы, что еще мы хотим сделать, чем хотим вас порадовать. Будем рады вашим комментариям, и это как раз то, что мы бы хотели с вами обсудить. Итак, первое, самое интересное, что у нас появилось, как мы все знаем, что хоть чуть-чуть ветрозависим, что у нас ветер – это достаточно сложно прогнозируемая сущность. И, соответственно, есть разные модели, которые мы постепенно себе добавляем. И мы в приложении сделали такую функцию, что вы можете сравнивать на одном экране, то есть видеть графики различных моделей, что они показывают. И если графики более-менее совпадают, вы можете себе представить, что, ну, наверное, это либо правда, либо все неправда. А если графики сильно разбегаются, вот примерно так, как на слайде, это означает, что, ну, наверное, проще выйти и посмотреть, что происходит на улице. Ну, либо выбрать для себя какую-то одну модель прогноза, которую вы доверяете. Например, это модель ECDF, которая считается в Европе традиционной. Да, можно. Группа называется Windy User Sleep. На Sleep в Телеграме. А, ну да. Собака Windy User с одной словом. Синенькую угодили.
Соответственно, мы стараемся добавлять новые модели, потому что какие-то из них лучше работают в одном регионе, лучше работают в другом регионе. В частности, этим летом мы добавили модель CDF, которая традиционно считается одной из самых точных моделей по прогнозированию в Европе. Ну и, соответственно, стараемся расширять постоянно семейство моделей, которые мы вам представляем. Опять же, часть из них платная, часть из них бесплатная, но выбор у вас всегда есть. Новая функция, которая у нас появилась, которая частично социальная и частично важная с точки зрения функционала приложения, с точки зрения прогноза. Эта функция называется «Видеоблог» или «Отчет о ветре». И мы очень-очень-очень сильно вас призываем не жадничать, а делиться ветром, делиться своими отчетами о том, как прошла наша каталка в каком-то месте, о том, как дуло или не дуло и так далее. То есть вы можете в приложении на любом выбранном вами споте, в любом месте, где вы покатались или посмотрели, как кто-то покатался, вы можете нажать кнопку «Отчет о ветре», сделать фотографию или выбрать фотографию из своей галереи, и приложение вам автоматически создаст информацию о том, какой силы был ветер, поставить, какой кайф вы использовали, какой площадь и так далее. И дальше этот отчет, ну, грубо говоря, эту фотографию с информацией, которую вы внесли, либо которую автоматически приложение сформировало, вы можете отправить в само приложение, в чаты в приложение. Также можете любые возможные источники поделиться. Любые чаты, любые соцсети и так далее. Это один из способов, скажем так, уточнения прогноза. Еще раз просьба не жадничать и делиться этим. Вопрос о чатах. Чаты по-прежнему работают на каждом споте, в каждой точке, где происходит какая-либо каталка какого-либо вида. Есть спот, который можно найти в поиске, который можно найти на карте. И там всегда на страничке спота в приложении есть раздел, называется «Чат». Обычно там светится красненько, сколько человек онлайн в этом чате. Если не светится, значит, никого нет, но, возможно, это скоро в скором времени появится. Чаты – это способ получить актуальную информацию о том, что происходит на споте. Спросить про ветер, спросить кататься, не кататься, что вообще происходит, кто есть и так далее. Но традиционные чаты, но только с той информацией, которая вам нужна. Конкретная информация о том, что происходит, куда пойти и так далее. И по нашему опыту в чатах приложение Вити отвечает гораздо быстрее и гораздо более по делу, чем любых других. Потому что если там кто-то есть, то реально на споте, и он реально занимается тем же, чем он. Поэтому пользуйтесь чатами, пожалуйста, задавайте вопросы, помогайте другим пользователям, когда вы сами где-то находитесь. Пожалуйста, это удобно. Вот там, пример, как можно пользоваться чатом в каком-то месте, то есть, пожалуйста, можно постить фотки, можно, например, поменять на отчеты, запустить, спросить ребята, все как все, можно ли заняться. Одна из функций, которая тоже недавно была добавлена, это офлайн-мод или возможность, ну, как и на, там, допустим, на Google, на Яндекс картах, скачать себе прогноз и сохранить его в какой-то момент, и дальше пользоваться в тех местах, в тех моментах, когда у вас нет интернета. Да, понятно, что прогноз, особенно прогноз ветра, это такая очень тонкая история, но, тем не менее, какой-то ориентир у вас по этой теме будет. Я сейчас
немножечко прервусь. Возможно, какие-то вопросы, какие-то высказывания будут появляться. Вот, но у нас просто такая барная обстановочка. Мы все это оставим наконец. Вот. А все, что вы боитесь забыть или не вспомнить, пишите в телеграм-чатик, обязательно потом ответим. Вот. Также мы продолжаем развивать для вас историю партнерства с бизнесами, которые работают на спортах, с бизнесами, которые кайт-школы, серф-школы, какие-то яб-школы, все что угодно, какие-то магазины, аренда, жилье, в общем, все, что связано с местами, где происходит какая-то экстремальная активность. Мы всячески эти бизнесы добываем, всячески с ними общаемся и призываем давать нашим пользователям какие-то скидки, какие-то условия. Поэтому заглядывайте иногда на спортов, там же где чаты, там же у вас, где-то если у вас айфон. Внизу, там же где чаты, находится раздел скидки или special offers, специальное предложение. Заглядывайте, да, периодически появляются хорошие предложения от бизнесов, которые находятся на спортах. Мы сейчас активно работаем с историей про аренду. То есть мы понимаем, что тем, кто куда-то, в частности, там, кайтеры, серферы, виндсерферы, важно иметь возможность какое-то оборудование арендовать. И обычно это такая... давать в аренду, вот. Но когда приходит вроде как компания, и мы будем сотрудничать, потому что мы можем сказать вам о них, они более охотно идут на какие-то плюшки для вас, для наших пользователей. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, получайте скидки, это совершенно бесплатно, то есть мы ничего там не хотим для вас, ни с кого получить. Я хочу сказать, что Лиза напылесосила 1000 скидок для пользователей Винди. 1000. Вот. То есть у нас приложение сейчас по всему миру скидки от 1000 бизнесов. Ну, на самом деле у нас, конечно, есть далеко идущие наполеоновские планы получать какой-то профиль, естественно, из бизнеса за эту историю, потому что мы приносим большой интерес. Но пока это действительно такая очень партнерская и очень дружественная история с точки зрения приложений. Пожалуйста, пользуйтесь. Опять же, если вы сами что-то где-то делаете, заводите свой бизнес, в ближайшее время об этом тоже скажу, будет возможность бизнес-профиль внести, приложить, общайтесь со своими пользователями, пожалуйста. Мы также развиваем историю с профилями различными для различных видов активности. Чтобы приложение вы можете помимо модели прогноза выбрать профиль, который вы хотите смотреть. Соответственно, каждый из этих профилей, вот здесь представлен так вот смиксованный немножко профиль, Kite and Fish, Kite и рыба, вместе веселее. В каждом профиле показаны те параметры, которые интересны данному виду спорта. То есть профиль Kite, в зависимости от силы ветра, прогноза, показывается рекомендуемый размер кайта, рекомендуемый площадь кайта, с которой сейчас актуально покажется. Или сейчас, или опять же прогноз, можете сориентироваться, какие кайты с собой брать. В разделе фиш, мы показываем давление, восходы, закаты, приливы, отливы, фазы луны. Ну, рыбаки любят смотреть информацию, и, исходя из этого, мы показываем такой прогноз, клюет, не клюет.
понятно, что это ну, такой немножко фан больше, чем реальный прогноз. Но тем не менее, статистически какой-то прогноз, потому какой-то диплом, мы даже показываем. Это нормальный прогноз, который заводит мозг, реально многие рыбаки охотники. Нет, согласен, что они... Я не знаю, либо на рыбалку, либо на рыбалку. Все, хватает у меня? Я вот тоже с половиной. Хватайте на проводочку. Каталова не будет на рыбачьем. И спиннинг забрасывается. Не, ну зимний точно. Помимо кайта и рыбалки, есть еще профиль виндсерфа. И для серфа, да. И переходя к самому интересному, может быть, даже сделаю паузу, если кто-то что-то хочет прокомментировать и сказать. Мы тебе напишем в Телеграм. Окей, меня там. Наши ближайшие планы – это добавить профиль по снегу. Зима близко. Как правило, особенно это правда для России. Ну, там, для многих стран Европы и много еще таких стран, но для России имеющих очень четкое деление сезонов, это актуально. То есть, если ты катаешься на кайте, скорее всего, у тебя есть еще какая-то зимняя активность. Ну, то есть, либо ты путешествуешь либо за летней погодой, за летом, либо у тебя просто зимняя активность на летней. Мы планируем добавить профиль, который будет связан со снегом. Очень много сейчас вопрос, который обсуждается, мы открыты здесь учиться диалогу на тему того, что вы хотите смотреть, ну, какая информация хочется видеть, какая информация реально удобная. Понятно, что снег, да, наверное, если говорить о курортах, было бы интересно смотреть, раскатали или не раскатали, какой-то очень длинный подъемник, но тем не менее будет информация по снежному покрову, опять же, по осадкам, по давлению, еще какие-то параметры, которые связаны со снегом. Опять же, это то, что есть уже сейчас, и то, что хорошо привязано к снегу, это 10-дневная история прогноза, которая сохранена в приложении. Ведь на споте вы можете ее посмотреть уже сейчас. Когда она будет заполнена, скорее всего, еще осадками, то есть вам без внимания, сколько там за 10 дней до этого валило, не валило, был снег, не было снега. Опять же, если были какие-либо солнечные дни, это означает, что валило, когда уже раскатал, ну и так далее. То есть это то, что есть уже сейчас. И то, что будет доступно, опять же, в осени, да. Дальше, опять же, есть планы добавления во всю эту историю. Я думаю, что это будет использовано и в других моделях, в других профилях, но, опять же, тоже это больше связано со снегом. Это сравнение моделей на карте, это карты, на которых видно давление, карты, где температура осадки. Ну, опять же, для нас это пока вопрос, нужно это вам, если да, то в каком объеме, пожалуйста, мыслями с вами делитесь на эту тему, потому что мы все транслируем метеорологам, мы транслируем это поставщикам информации, которую мы используем в приложении. И нам важно понимать, какая информация работает, а какая просто является непонятной картиной. Новая Путин история, которую уже очень-очень скоро начну увидеть, это такая тоже социальная функция. Мы решили сделать публичные профили. То есть сейчас процесс регистрации приложения
он загрузил, никто не видит вашу информацию, никто не видит ваш план. Мы предлагаем вам какие-то данные, которые вы сами захотите. Никнейм, фотографию, чем вы занимаетесь, возможно, еще какую-то информацию там. На каком уровне вы этим занимаетесь, готовы ли вы кого-то обучать и так далее. Про обучать это будет второй вопрос, это будет бизнес-профиль. Любой пользователь, либо если руководитель какой-то компании сможет сделать свой профиль бизнеса, то есть, например, в Инстаграме сделать профиль. Какой-то частный инструктор может нажать на кнопку, сделать свой профиль бизнеса и добавить сюда какую-то дополнительную информацию. Чему вы учите, на каком уровне учите, где учите, куда поедете и так далее. То есть какую-то информацию о себе, о тех услугах, которые вы представляете, в этот профиль добавить. Мы, плюс еще важная история с профилем, появится возможность создавать чат с пользователями. То есть не чат на спорте делать, а чат с бизнесом. У вас как у бизнеса, либо как у инструктора, свой собственный чат с пользователями, в котором вы сможете общаться уже на тему, сколько, когда, куда идти, куда повернуть и так далее. По функции все. И по нашим планам тоже все. И несмотря на то, что у нас немного шумно, я все-таки предлагаю, если кто меня слышал, какой-то вопрос, может быть, подумать, кто-нибудь нас спросить. А мы можем это как-то отметить, приятно. Сейчас будет это тренинг по публичному выступлению. Лиза, спасибо, давайте поблагодарим. Да, молодцы. Ну как, Мы занимаемся не только стимулированием людей на русском, а также мы будем свои спортивные соревнования, в этом случае они тоже участвуют. В этом году мы приняли участие в нескольких мероприятиях социального характера, спортивных мероприятий, в том числе два мероприятия спортивных соревнований, организованные у нас. Значит, в этом году мы проводили такую интересную работу. У нас был новый проект, называется «Сам Кит», чтобы детство было интересно. Собственно, в чем он заключался? Мы совершенно бесплатно, мы с вами приглядываем, ездили по различным детским лагерям, спортивным секциям и знакомили детей с этой замечательной активностью, тоже обучали совершенно бесплатно. Это проводилось минимум один раз в неделю. И по прошествию комиссии занятий мы организовываем соревнования. То есть дети могли почувствовать себя совершенно настоящими спортсменами. Было, было настоящей конкретной рутиной, такой вот, просто такого спортивного азарта не было, как у детей.
мало того, что это просто были соревнования, мы их проводили еще несколько этапов. Да, то есть, по сути, у детей была возможность проявить себя не один раз, а при этом системе тоже показать такой результат. Ну, вот это интересный ход, это у нас был такой стартап-шоу, нас попросили принять участие в организации, мы заодно там все первые призы взяли. Ну, так получилось, не занималось. Ну, можно кататься там, да, можно хулиганить, резвиться там, как дети. Люди к нам приезжают специально из других городов, зимой, чтобы вот таким образом начать покататься. Ну, кто где-то увидел наши видео, да, то мы тоже как хотим, а может к нам, ну, приезжайте, мы вас научим. Если с алкогольными жильцами взгляд, как 10-летние дети, мы еще не утащим воды. Но, естественно, нужна специальная экипировка. Ну, достаточно обычного костюма, там, 4-5 мм. Но единственное, что, конечно, ответ от шипицы, как и сотрудничество, что бывает. Помимо всяких развлекательных мероприятий, да? Мы еще... это не мы закупили животные, это охотники. Мы просто... Ну, они его потеряли, вот они его стремили, течение не скоро. Нам досталось. Знаешь, съели? Нет, это кулинарные шедевры наших ребят, которые очень много у нас проходят еще так называемые кулинарные сплавы. Да? Это личный завтрак, один сплав у нас только дома. Кулинарные сплавы, что себя представляет? То есть мы берем с собой продукты, наша задача их как можно дальше и есть то, что можно приготовить на костре, на углях, да, в том числе вот пойманную рыбу. Рыбу мы добываем прямо практически голыми руками. Ну, это результация бутонеру, да, то есть нам приходится, да, в том числе вот готовить кстати, на шлеп, таким образом, что мы понимаем, что это хорошая сила. Вот. Ну, в чем время заключается, собственно, сплава? В том, что не обязательно быть спортсменом, да, вкладываться как навигацию, то есть нужно максимально справляться, включать удовольствие спортсмена. Кому хочется экстрима, ну, можно вот полазить по таким вот провалам, проделать такого рода препятствия. Причем это очень интересно с технической точки зрения. Это кадры с Петровского марафона. Суть заключается в том, чтобы от крепости Ориша до Петропавловской крепости перекрываем по течению конечной квартиры 68 километров, так ложится за 12 часов. И вот в этом году нам первый раз удалось сделать за 3 года полностью мотивировать. Мы стояли, чтобы были серебряные мячи, которые вначале все получили. Вот. Вот это как раз то, что мы проводили. Также мы еще занимаемся йогой, мы точнее организуем для тех, кому это интересно. У нас есть профессиональный инструктор по йоге, который проводится в планете, ну, с момента начинания. Да, люди приходят совершенно первый раз, вставая на доску, да, через буквально час-полтора сплава, они уже ставят какие-то наверное вещи, я готовы на доску делать, если не смогу, то я буду на доску. Это у нас такие соревнования, ну, вы, наверное, знаете, там, Гален Шамань, да, то есть, там, Ген Шамань, да, все кайтеры, они тоже участвуют в наших соревнованиях. Поддерживают нас, мы занимаем второе место. Значит, за проведение такого рода семинаров, в прошлом году мы отбирались на прежнем губернатор Московской области, и в этом взяли второе место. Получим цену потратили на развитие, соглашились с закупкой дополнительного инвентаря снаряжения.
что нам послушалось, как в сегодняшнем году проводить какое-то занятие специально бесплатно для детей. И в том числе, в этом году мы тоже решили податься на эту премию, понятно, то, что успехом мы ее выиграли. Мы растем, мы развиваемся и приглашаем всех участвовать с нами, будет очень интересно. Причем статус наших соревнований год в год растет, и каждый год количество там увеличивается участников, география расширяется, люди уже приезжают не только из соседних городов, да, уже из соседних областей. Мы, я надеюсь, что уже в этом году запустим. Ну, понятно, по крайней мере, мы сегодня не дали такого. На, собственно, наших справах можно приходить все семьи. Мы хотим в этом году пополнить наш паркурс такими большими размерами, чтобы можно было таким образом вместе с детьми, вместе там, с супругой, допустим, вдвоем. Кто-то из экономики не ждал проводить перед сразу две распределенные, а кому-то просто интересно, ну, вдвоем. Хочу сказать, особенно с ребенком, это надо иметь остальные нервы на одной доске. Потому что ребенок, ну, он раскачивает детку, он крутит детку, который сидят в нем. Да? Самый эффективный способ — это либо постоянно кормить ребенка, да, когда он летает, да, вот реально работает, вот, либо давать ему свою доску, чтобы он все вперед, потому что ему интересно, ну, там, как это затормозится. Там три фото, где мальчик с мамой приезжает к нам в течение всего сезона, до 7 лет, из Москвы, из Коломны. Они сначала приехали на разные гости, покатались, а потом стали брать одну гости на двоих. И сказали, что мы открылись, но к нам было одно задание, а ребенку быстрее. Да? И он очень большой раскрыл, катал там по всем годам. А вот эта девочка, она обвинилась в том, что она приезжает в такую большую семью, в Москве, и не сказала, куда это везет. Да? И когда они так вот повелись на это дело, а по-русски заставили немножко кровать, чтобы немножко отдалось и семью. Ну, на самом деле, это у нас один из маршрутов таких достаточно новых, они тут устают и часто просят на такси. Ну, они немножко устают, просто меняются там уже, как бы, может быть, не только физически, как и морально, да? Но у нас всегда на маршрутах идет лодка сопровождения, да, которая вещи, дополнительные запас воды, продуктов, в том числе, ну, можно взять на буксир или немножко покатать. Вот. Это, собственно, практически весь наш процесс, который мы собираемся на очередной рабочий наш день. Мы приезжаем с вами комплексными принципами. Кстати, мы когда принимали участие в флаг-шоу, там суть была в том, что люди на сапках соревновались со своими собаками. То есть у нас был собак на доске, вот этот мальчик, который массово катается. Вот. Там надо было со своей собакой стартовать, как они вернуться и вернуться на финиш. Самое сложное было это финишировать со своей собакой. Потому что они прыгивали в горку на горку. Вот. Ну, правда, когда они там мелкие такие, да, когда там когда вот такие присутствия ну, и кроме даже на раз приехали. Ну, например, нам загорать, а нам перепадать. То, что касается вот, вот это наше дискуссионное ранее, то, что ходили у нас вот такой широкий танк, где-то ребята у нас из спортивной школы, ну, как и сложившиеся спортсмены уже, и Геннадий Шелоганов, ну, мы, наверное, узнаем, да, у нас минуты еще довольно-таки, он, кроме всего прочего,
является тренером, когда-то мы должны были сходить в Рязанское княжество. Мы в частности вообще не осталось, но периодически археологи там копаются. И вот этот секунд, мы были там полгода, и на пятом складе мы тут приходили, они нам строят этот склад на очень полезном важном экскурсии. Вот это вообще приличное мероприятие, всем настоятельно рекомендую его посетить. Это фестиваль в Санкт-Петербурге, называют он «Фонтанка сад». Проходит он один раз в год. Суть его заключается в том, что официально не могу присудить премию этому. Но это очень красиво. Там есть конкурс красивый, да? Надо по каналам будет помогать красиво. Это костюм алкоголика, да. Но фишка в чем? Понятно, пропаганда нездорового образа жизни. То есть официально мы не могли дать приз, да? Но там было отметили, эта фотография была очень много в топах везде, вообще во всех соцсетях. После прошествия. Для курящих у нас отдельная комната. Да, то есть это такой вот настоящий самый результат, надо следить за руками. Это Леша что-то другое рассказывал. Девушка вынимает. Очень серьезный подход к нашим гостям. Буквально, что мы выживаем за безопасность. Да, мы понимаем, что мы не приходим людей куда-то в поселке весело, да? Нам сейчас на случай не нужно согласиться. И всегда расскажем про то, что и как. Некоторые нас даже останавливают.
как-то не надо. Я хочу вот этот сюрприз не делать. Во время, когда приезжает у нас совершенно новый гость, да, новички, у нас перед каждым словом проходит инструктаж обучения. То есть как акцептационный инструктор, по всем правилам, международным стандартам и составшего практика, которым я обучался. Мы проводим занятия и обучение в другом народе. У нас буквально там, не знаю, через полчаса. Если человек какой-то активностью уже занимался, он может это баланс. Я коллекции занимаюсь. Нет, это не хорошо. Ну, кстати говоря, вот по поводу рыбалки, то есть сообщим, что его можно добраться какие-то мы с первыми обработками. То есть мы с собой берем студии. А как он удочку-то провез? Нет сумок. Или как он удочку провез? Где спрятан? Нет, что вы не так. Вот на то, что... Вот. Это с вами Зарайск, один из маршрутов у нас стартует из плотины. Очень интересно подключить ну, вплотную. Мы прям подарки прокат можем заплыть. А некоторые, говоря, вот с этой плотины катаются. Да, ну, да, да, да. Ну мы как раз не делали. Чем прекрасно вот мало рейки? То есть мы когда делали анонс, да, заголовок, мы будем работать. Целое цельное, следующий момент речка. Вот когда вы кто-то небольшой подает, да, большие подарки совершенно не нравятся, они не скучны. Ну, не то, что глядешь, там, 2-3 часа это перед глазами, где то же глядешь. Скучно и нужно. Если только там стоит цель, там, прокачанная, которая существует, техники, гребли и так далее, да? А если стоит цель, то подключиться там к внешнему миру, забыть про работу, забыть все на мозги. Ну, просто глядеть, работать нужно с собой, да? И прощаться там с друзьями, ну, ключ послушать, не знаю. Есть понимание речки, на любую, вот такую нынешнюю перегрузку, глубина там 20 сантиметров, промежеток будет достаточно, пожалуйста, примите. Чем преимущество перегрузки, ну, это мои сертификаты, то, что я там по тренировке там написал. В чем преимущество? Вы, когда на маленькой речке перегрузка, у вас постоянно каждые 3-5 минут глазами. То есть за каждым новым поворотом у вас там какая-нибудь красивая возраст, получится там, я не знаю, дерево пусть, рыба плеснулась, там птица прилетела, вам некогда ее включать. А если в реке вода прозрачная, и у вас еще по себе есть телескопные очки, которые убирают нитки из поверхности, ну, это девушка за другого конкурента, потому что вы обязательно захотите дать какой-нибудь там совет, да, или что-то спросить, если сказать, что придет что-то не так. А вот если вы заметили гостей, да, и вы замечательно цепляете взглядом за возрастом, который вы получите, как вот демонстрирует Михайлович, вот это реально не подходит.
верховку, вот, если у вас вообще не замечательно, вот будете стоять и смотреть, на то, как их будущим хорошим. А когда они еще выступаются, а под ними, там, на печальном дне, ставят интересную шутку, такая вся вот, футбольная, как и запустить, пролетная. Если кто приезжает, знает такого художника, да? Это такой трафик на каналах Хикера. Там, кстати, есть приезжающий человек в таком костюме. У нас в этом году был костюм Брендука, костюм алкаша и костюм девушки с костюмом, да, вот когда переведущие оборачиваются, мы все время оборачиваемся. Вот плывешь, плывешь, оборачиваешься, там. Это вот фото наших гостей. У нас есть друзья, у которых турбазы на Брендуке, рядом с местом нашего старта, на нашей машинке. И вот там вот такие очень красивые восторги. Ну, собственно, вот те большие водоемы, которые нам не очень. Те, кто уже побывает на Монтаре, они потом очень неохотно возвращаются на большие какие-то водоемы. И очень просят вот, таскать их везде, где только можно проводить доска. Потому что чем меньше речки, тем как-то странно заинтереснее. А если она все с разным характером, то есть чуть-чуть как ранее, потом придет какие-то порожки, да, и можно еще, допустим, выйти на берег, положить каким-то обратным, и, ну, не знаю, собирать грибов. Осенью вот вообще определенно здорово, интересно, можно с доступным зайти собирать какие-то разные ягоды, потом полить в эту компонент. Рыбу на ловушке, хмель не берет, но лучше хмель. Дети на ловушке, вопросы. Насчет рыбы, кстати, по преимуществам задачам, да, они, когда рыбы, мы не зачем не делаем. Они, кроме отношения к воде, берегут. А когда ты стоишь, ты сверху смотришь, ты увидишь все. Да, то есть они берегут. Вот такой мы дадим слава. То есть люди предпочитают начать по-разному. Кто-то как гусеница окупился, да? Но даже салат. У нас такой правило есть, когда мы стоим на теку, а это, допустим, 4-5 дней, то есть вечером, да. На ту же очередь далеко, да, первый правил поставить палатку. Такого просто им не найдешь. Вот даже если ты будешь трезвым, ты не найдешь. Потому что на стоянке, да, если палатку не найдешь. Ну, если она будет у тебя собрана, не будет стоять. Если ты ее поставишь, ты ее найдешь. Да, надо на собрании поставить свою палатку, чтобы после ужина ты смог у нее спокойно ползти и не уснуть. Мой. А если ты ее не поставил, то придется начать века. Не, не так. Это, кстати, между прочим, 2 января 18 года. Снег и нет. Мы не готовимся к заплыву. Мы готовимся к заплыву. Но как это переодевается? Она просто растется, и мы спрашиваем. Я думаю, что она одевает.
16 января. Серега, слушай, расскажи лучше, какие лучше стульчики брать? Потом мы решили, что где-то нету, куда надо. В общем, вот
Потом спит для него дедушка, он спрашивал 70 там, что я думаю, что это было не они с женой, в сквозь лес поплыли, закупились на 70 тысяч километров. Они поплыли никуда. Представляете? Река? Да, река реально, ну, самый большой широкий лес, 20 метров обычно. А, у меня было три вопроса, я просто забыл. Ну, первый вопрос. Толщина стенки, вот этого ЗАПа, допустим, это раз. Ну, чтобы дело там рвется, рвется, там полезно. И второй вопрос, там были показаны разные ЗАПы, у которых есть там острые эти. Да, а воды там, я не знаю, еще это, чего это не стало? Значит, толщина материала у всех примерно одинаковая, но по своей конструкции на следующей сайте бывает различные, бывает одна слойная, бывает двухслойная, бывает двухслойные склеенные, бывает двухслойные спаянные, то есть там по различным технологиям производства с ними больше не заморачиваться, да, то есть такая, что однослойный статус легче, но он мягче. Жесткий доски влияет на легкое данное качество. По форме досок и по размеру, здесь как вот, собственно, сёрфбординг, да, скайбординг, то есть чем доска выше, соответственно, несколько форме больше. Доски с плавными наборами, такими с круглыми носами, это универсальные доски. Они очень идеально подходят для обучения, для перешагов, ну, или для какого-то просто опыта на воде, там, семейного, жесткий выходной, на берегу семьей побаловаться, поплескаться и так далее. Если вас интересуют уже какие-то длинные сплавы, то там вам уже понадобится струнная доска. Она, как правило, длиннее и обводнее не простые. То есть принцип такой, что чем доска хуже и длиннее, тем она скоростнее. Но на ней сложно держать баланс. Вот. Спорта для водных применяются вообще очень низкие доски, то есть они даже просто стоять невозможно. Там песок всегда находится в воде, и драйвер постоянно, постоянно, ну, операция идет. Да, вот, это как лица нога, получается, то есть мы имеем по 120, мы имеем наверняка упадочку. Доски бывают, как правило, жесткие и мягкие, да? Но жесткие, в свою очередь, еще представлены так, сорт и так далее. Но не принципиально то, что они бывают. Но другие, и жесткие, ну, жесткие доска понятны. Получше, куда ты придешь. А другой доски очень сложно сделать. Средних руках по размеру на если вот какая-то компания, да, то примерно как чуть больше, чем металл. Ну, как он цемашный, дурная, то есть вот труда, которого не надо. Ну, или как по весу это примерно там 10-15 килограмм, это доска леска, вполне можно возить в общественном транспорте. Да? Но в Питере мы, например, едем всегда, ну, в основном на машине леска. То есть мы это все в поездах тащим, в метро, и, соответственно, себе. Это вообще стильная спортивная одежда. Мне
И первым делом хочу обсудить важный момент. Первый момент. Одежда нас спасает от холода, от жары, от насекомых, то есть, соответственно, функционал нас интересует. Второй момент. Это, естественно, имидж социального стиля. И об этом мы как раз будем говорить. Вот о чем я сказала. Человек, выбирая свой гардероб перед какой-то встречей или перед какой-то там аудиторией, когда он там собирается, он всегда выбирает довольно тщательно. Почему? Потому что открой. Почему? Потому что это... Нет, мне не больно смотреть, как кто. Потому что основное впечатление человек создает именно своим образом. Человек как будто отражает свое все внутреннее состояние с помощью стиля и одежды, которую он одевает. И, к сожалению, по крайней мере, я это замечаю, очень большой процент населения, особенно людей более старшего возраста, начиная, что с ним годы это вообще не интересно, и это скучно, и только для молодых. Вот, пожалуйста. Возраст стиля не помеха, это доказано уже много раз. Я подобрала несколько фотографий, которые доказывают о том, что и даже в среднем возрасте, и старше среднего возраста можно выглядеть классно, моложе и стильнее, чем другие люди. Вот как раз вот этот слайд, что внешний облик человека является его визитной карточкой. Далее я хочу... Вот. Я хочу на это обратить внимание. Не будем, конечно, обсуждать все пункты, но, на мой взгляд, вот эти именно моменты, которые я увидела, как раз подходят к нашей теме. Это я подобрала тенденции моды осень-зима. То есть первый момент, что интересует, вязаные кофты, книги, сутана, свитшоты из флиса. Флис у нас в моде, ребята. Спортивные комбинезоны, определенные виды брюк, джинсы. Объемная, многослойная одежда, яркие цвета, длинные фасоны одежды, контрасты цвета. Одежда в клетку, клетка у нас сейчас в теме. Разные графики, геометрия, бесформенные фасоны одежды, также и этнические направления. Так мы плавно перешли к основному направлению, которое у нас интересует, это оверсайз. Почему оверсайз? Время довольно модное. Во-первых, эта одежда, она свободного формата, бывает довольно мешковатая. С английским языком оверсайз переводится в группу слишком большой, свободный. То есть эта одежда именно для комфорта, для уюта. И при этом в этой одежде можно выглядеть не просто как некрасиво одетый мешок, а именно стильно. Одежда свободного покроя скрывает лишние килограммы. И также для худеньких и пристроенных девушек подчеркивает их изящество, их тонкость. Вот некоторые модели я подобрала специально для просмотра. Одежда оверсайз. Как мужчины, так и женщины раз в год ставят оверсайз. Одежды большого размера, это также имеется в виду. И в стиле хип-хоп толстовок, и на себя штаны, джинсы в стиле хип-хоп, это тоже все продается. И, собственно, таким образом мы перешли к тому направлению, чем занимаюсь я.
кайфончик. Я занимаюсь индивидуальным шивом. Индивидуальный у меня кайфончик, иногда называют сюрпончик. Вот, например, момент, пожалуйста. Я делаю из двойного кулиса. Почему именно двойной кулис? Вообще, что такое кулис? Кулис – это материал, который просто предназначен для спорта. У него отличная термоизоляция, он быстро сохнет, он легкий, за ним не нужно ухаживать. И нет никаких проблем с стиркой, линия не теряет цвета. Многие такие компании изготавливают кончик совершенно из других материалов, и я считаю, что это не является основным функционалом вообще кайтсов кончик. Для чего вообще в принципе нужны кончик? Кайтсов покатался, из моря вышел, либо на кайтсе, либо на кайтсе человек катается, либо на вейв, автовейв, вейв, кайтсер, не важно. После воды человек вышел, так как у нас в большей степени это все на ветру происходит, где-то причем не маленькие, от 5 метров. Человек мерзнет, тупо его убивает, все тепло, тело убивает, холодно. Одевает кончик. Кончик именно из плиса. Другие компании представляют нам кончик. Что такое мокра? Мокра – это крышка, которая впитывает воду, отчего кончик становится тяжелым, холодным. И основные модели, которые представляют ребята, ну, они делают вообще аккуратно на всех. И получается пауэри, как правило, либо три четверти, либо короткие коробки. И разрезы довольно длинные, 4 метра. Соответственно, получается, что ты вылез из воды, за нос одеваешь кончик, сразу все это холодно впитывается, теплоизоляции не происходит. Ветер у тебя забивает в твои рукава, максимум ты можешь переодеться. Все. Кончик тебя не спасает от холода, абсолютно. Второй момент. Кончик даже делают из микрофибры. Что такое микрофибра? Это вот эти вот тряпочки, которые собирают отлично пыль, влагу, абсолютно не держат тепло. Много таких очень кончей я встречаю, вот, и в продаже, и в других этапах тоже показывают. Абсолютно бестолковая ткань. Вся, весь мусор, все крепления, все крепления. Я постоянно их вообще вот так же коробки накопали, здоровые разрезы, как я сказала. Дальше. Это вот что касается кончей. Если вам интересно, можно подойти к подруге, посмотреть. Дальше сама придумываю сочетание цветов, саму модель. То есть получается, что при изготовлении кончика именно от меня удаляется, эта модель получается эксклюзивной. Больше такой модели я не шью. То есть тогда же мы точно будем только единственным таким человеком с определенным кончиком. Вот, так что модель я бы сказала, что это самые такие яркие, которые заказывают. Дальше, худи. Что такое худи? Худи – это удлиненная толстовка. Бывают худи мужские, бывают худи женские. Удлиненная толстовка, либо это мини-платье идет, либо худи макси. То есть удлиненная, чуть ли не худи. Вот, пожалуйста, представим. Вот это худи. Материал я использую пикетер плитка с начёсом. Что такое? Что такое куда? Вот так же в сером цвете у меня это, в темно-сером цвете и полосы. Это у нас вообще как бумажный рефан. Процентное соотношение 70%. На КБшке у нас 70%, 30% это идет полиэстер. Есть также программа, то есть трехнитка, нитка, одна нитка, с начёсом. С изнаночной стороны ворс сделан так, что он довольно тёплый и пушистый. И от чего получается очень верно сделано. Эта ткань не предназначена для активного спорта. Что это значит? Что если какой-нибудь
каком курсе вы после кайтерки, ну, там будет довольно прохладно. То есть это именно на жарку какую-то, потому что тело мне выше. Также в курсе оверсайзе, это небольшой расслабон. Кстати, вот в этой модели я как раз сделала, вставила молнию. Вот для тех, кто боится, что будет неудобно ходить. Ну, кстати, ходить вполне. Следующий толстовки. Толстовки я шью также из прессованного плиса. Молодец, Катюш. Давай, молодец. Я просто не могу сказать, что я 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 не могу сказ
А это ваша? Это ваша. Я просто... Возьмите, пожалуйста. Пожалуйста. Мне кажется, уже все уже там. Друзья, добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Ульянов. Я представляю сегодня, представляю компанию, даже я бы сказал, проект «Я стихия». Вот, мы проводим школы гимнсерфинга, но в общем такая очень нам близок, поскольку это, по большому счету, смежные среды. И мы по-своему летом зависим. Мы в этом году, ну, как и в прошлые года, провели несколько школ, и упор мы делаем на Грецию, а в Грецию... Девушка, пиво заказывает. Значит, традиционный... Да, собственно, вильпенни. Вильпенни. Что такое вильпенни? Первый доклад у нас был о, собственно, ветрах по Индии. Так вот, ментеми – это на самом деле преобладающий, господствующий ветер на Эгейском море. На Эгейском море, да. Значит, это наш любимый ветер. Это сезонный ветер, который дует с середины где-то мая, с начала июня и до конца сентября. Если пару слов про образование этого ветра, откуда он берется и почему он такой сезонный весь себя. Летом на Турции, летом, да, турецкая часть континента прогревается достаточно сильно, и зоны низкого давления образуются вот эти вот потоки. И они стабильно дуют в Эгейском море с севера на юг. И здесь они, собственно, у нас заворачиваются на восток. Чем ветер хорош? Он хорош своей стабильностью. А что там в Греции такое? Вопрос? Что там в Греции такое за зону высокого давления? Ну, где-то зона высокого. Нажимаешь. Я на самом деле очень сильно далек от метеорологии. Это картиночка, по большому счету, о образовании этого самого ветра. Наверное, это вопрос более тонких метеорологов. Я не так давно не являюсь, я потребитель этого самого ветра. Я не понимаю. Я до конца не готов ответить на этот вопрос, вообще не готов ответить на этот вопрос. Я просто это вот воспринимаю как некий факт. Вот. И нам важно, что да, вот, вот на Турции здесь вот низкое давление, и что вот этот воздушный поток с такими регулярностью как по часам работает. Все это. За это мы это любим. Я расскажу, сделаю сравнительный анализ трех спотов. Правильно? Один на Косию, два на Родосе. Местоположение. Вот этот островочек, это Кос, а вот это вот Родос. Соответственно, они находятся как раз в зоне действия, в зоне работы этого самого ветра. Ну и, собственно, дальше сравнение этих самых спотов. Вот более крупная. Остров Кос, остров Родос. Наши любимые споты, которые там есть. На острове Кос, это Кефалос. Там любимая станция Ленатория располагается. И на острове Родос есть глобальные несколько частей. Это северная часть
в районе Перемайска и южная часть Северо-Одесская пространство. Как работает Брюссель? Брюссель работает здесь вот таким образом. Относим в этом заливчике, это соответственно раньше мне. Народы с ними поворачиваются. И открывать Сибири все фактически северо-запад влезет. Ну, пацанисты северо-запад. Разберем по очереди. Хост. Остров Хост. Вот это вот здание в Кефалос. Здесь отмечено станции, расположение этой самой станции. Ветер. Ветер дует с севера-запад. Как вы видите, он проходит через весь остров, да? И ровно этим обусловлено структура спота. На споте флэт, гладкая ровная вода. Ветер отжимной, понятное дело, по картинке. Плюсы и минусы, недостатки и преимущества этого самого спота. Ну, понятное дело, флэт удобно учить хорошо, нет волны. Минусы, поскольку ветер проходит через остров, он рваный. Он проходит через строение, через, ну, собственно, всю топологию острова. Вот это собственно картинка, как это выглядит на самом деле. Вот здесь в этой месте располагается спот, гладкая ровная вода, ветер от земля, галсы, соответственно, у нас идут до берега. Удобно, хорошо, но они достаточно короткие. Ну, ну, вы, собственно, дальше тогда иллюстрирующие этот самый спот. Вода ровная, учиться легко. Все на фане. Что из себя представляет береговая линия? Ну, понятное дело, катер. Уже, здесь, наверное, не сильно интересно. Поднимает здесь катер, ну, удобно. Под ногами, в принципе, песок немножко гадкий. Но, в основном, все хорошо. Станция Лукатория. Очень комфортная среда, очень комфортная компания. Всем могу это смело рекомендовать. Спасалка. Это фотография в Корсу сделана для чего-то, чтобы показать, что постоянно собственно тяжелый катер, который на жопикет всех убирает и возвращается в дело. Ну и пару кадров про то, что такое популярное занятие взять машину и кататься коробку после каталки. Как случилось, Андрей. Да. Вот. Ну и, собственно, анимация. Русская станция, русские люди, очень душевно, очень мило и здорово. Вот. Это что касается острова Бор. Остров Бородов расположен южнее, он расположен, собственно, на границе Эгейского моря. Эгейского моря и Средиземного. Ну, для начала расскажу про спот Парсаниси. Спот достаточно известный, известный по своей собственной интересной культуре. Что он себя представляет? Это коса. Это песчаная коса, которая расположена между, собственно, основным островом Родос и вот этим маленьким островочком, который там называется Парсаниси. Это просто песчаная коса. На ней нет никаких строений. Почему? Потому что коса перемывается тепловые ветра, там что ли вам будет построить. Ну и как следствие по ветру видно, да, что в этой зоне прижим с волнами, в этой зоне отжимняк удобно, хорошо. Потому что надо тот, кто и кушает. Вот это так выглядит в действительности. Это вид с материка. Вот это самая коса, с левой стороны здорово флэгер. Там видно супер. Справа вон барашка выглядит. Ну, то в детской иллюстрации. Это, собственно, прижимная часть. Это левая часть. Левая часть спота. Интересно, удобно для обучения. Это, собственно, правая наветренная сторона. Ровно и здесь планета, как у себя в чуть удобно. Если иллюстрацию с этого спота.
И даже маленькие камеры не будут сверху безопасности. Поскольку это коса и отсутствует какая-то книжка душой, то все станции, если можно так назвать, они все обменены, все выделены. Трактор привезли, поставили, покатали, собрали. Капитальные строительные косения. Еще одна проблема – жилье. Жилья на косе, в основании косы есть один отельчик, отельчик очень такой достаточно, как это сказать, демократичный, с точки зрения комфорта, а по деньгам там хорошая четверка. Поэтому реально жить где-то отдельно будет неплохо, и кататься на арендованной машине. Это у нас был посадитель. Перебираемся на север острова. Родос – это, собственно, деревеньки Кремасти и Галиса. Что интересно, рядышком столица – город Родос. Это значит, что культурный вечерний доступ обеспечен. Аэропорт под Родос. Трансфер минимальный. Вот здесь локальная Галиса, вот здесь Кремасти. Между двумя деревьями данная граница существует, одна перетекает в другую. Широко, да, ветер. Ветер, соответственно, здесь дует вдоль берега. Калсы у нас, соответственно, получается море и обратно, море и к берегу. Очень удобно. Единственный маломальский минус – это вроде волна. Ну, поскольку мы не знаю, все, кроме каталки. Но каталка хорошая. Ножки правоучения. Как у нас у нас происходит? Как водится водные лекции? Работа на тренажерах. Знакомство с оборудованием. Набиваем голоса. И на выбор. И несмотря на то, что вроде как флета нет, а даже дети учатся легко. Все на воде, все хорошо, все комфортно. Ну, вот, собственно, та самая ситуация. Еще очень важный момент по поводу ветра-ветрели, о котором мы уже говорили. Ветер работает с очень хорошей регулярностью постоянства. С утра он слабый. Флэт, шикарные, так сказать, условия для начинающих. Можно с утра на плоской воде, но маловерным, спокойно кататься. Постепенно ветер раздувает. Апогей 3 часа дня. К этому времени, собственно, болтает прочно. Поэтому есть хорошая сменяемость. В отличие от Ахава того же самого, если с утра не покатался, прошел, заходил и считай, не пропустил. Здесь нет, здесь можно спокойно вечером погулять, и спокойно выспаться и на каталку успеть. Вот это я сегодня говорил, где там, чтобы посидеть на каталке. Но при этом есть шикарная волейбольная площадка. Ну и, собственно, немножко каталку. Вот, пожалуйста, новички спокойно катаются на гладкой воде, барашек нет, все хорошо, все ничего. Вторая половина, другой ветер усиливается, можно зверь погонять. Погонять по прелюду. Да? А? Ну, запросто. Вот, это, собственно, я рассказал про Ялисов. Ялисов, что вот здесь фиксы еще одна станция есть. Ну и теперь жирным большим кругом две станции, два в одном. Это серф-станция Витемия Павел и кайт-станция Аэрайдерс. Почему мы полюбили серф-кайт с водными басти? Живя посерединке, 300 метров направо серф, 300 метров налево кайт.
живем в одной компании, гуляем вместе, все замечательно, все хорошо. Просто по греческим законам, по местным, кайтеры и серферы не имеют права на одной станции располагаться. Ну, якобы, цели безопасности. Поэтому чуть выше по ветру, то есть если получается метров 800, выше по ветру кайтеры, ниже по ветру серферы. Понимаете? Ну вот начнем с кайт-станции. Кайт-станция аэродромец. Вполне себе комфортно, кайт-тем есть, есть, я отдохнусь. Вот, это, ну, скажем, регистрирует, собственно, беговую линию. Это мелкий песочек с галькой. Мелкий песочек с галькой. С одной стороны, это хорошо. Я бы сказал, что там галька. Нет, ну, что не галька, основная проблема. Основная проблема, наверное, все-таки вот эти лесопосадки, и поскольку ветер у нас вдоль берега, то ну, поднимать как будто ветер, а вот сажать как, наверное, сильно слишком удобно. Вот если возможность все-таки посадить как-то берега, ну, и русский, понятно, что... Еще широкая полоса. Не, нормально, смотри, там сажать. Вполне, да, да. Всегда все будет на море, что вы. Ну, вот, собственно, шкайтеры, да, и горы, в том числе, вот здесь можно предметно рассказать детально о каталке. Ну, вот, собственно, вот это на карте, немного. Большому счету, вот здесь... Все, все, где ты не в тапках, все, где ты не в тапках, ты босиком идешь по гайке. Да, 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 совершенно верно. Ну, собственно, ну, эти шкайтеры лежат, ну, иногда приходит, иногда ветер разворачивает, и начинается прибой, и, собственно, уже подступают там маленькие размерчики, далеко не все вылезают. Вот. Ну, собственно, девчонки, по моим воротам, наверное, знаете, да? Вот, собственно, мы сотрудничаем давно вместе. И наши люди тоже всегда должны качать, и, соответственно, их отдаем эти Марине. Но это повод, будем поговорить о различных планах. Совместно. Оставим пока. Вот этот Горян у нас любитель изменять. Носит снаряги. Вот. Ну, такая суперкаталка. Каталка бодрая, хорошая. И даже ребятишкам здесь комфортно. По-моему, спасалки постоянно, собственно, в воде тяжелых пара гидриков. Со спасалкой все хорошо, все отлажено, отработано. Вот. Ну, собственно, галсы, как я сказал, галсы в море обратно. Главное, что они ничем не ограничены, эти галсы. То есть вот то, что на горизонте, на самом деле, это функция. Это 30 километров. Поэтому вот сколько бы все угодно. Вот, Борь тоже согласен, там хорошо. Там хорошо. Вот. Ну, теперь, собственно, дальше переходим к Серковой станции, которая расположена чуть-чуть ниже по ветру. Станция Мюнхен. Очень комфортная станция. Очень комфортная станция, в отличие от того же самого Про-центра. Есть для отдохнуть, есть зона чиллаута, есть бесплатные лежаки. Очень, очень комфортно, очень уютно, очень по-нашему. Вот. Тут уже понятно, где все на свете. Зона отдыха, это очень-очень важно, на мой взгляд. Почему? Потому что есть возможность кататься вместе с этим. Откатался, устал, нужно что? Нужно надо в тень спрятаться от жары. Позвонить себе после этого времени. Здесь, пожалуйста, есть. Вот она, самая звездная такси. Дети спокойно учатся, несмотря на якобы отсутствие света. Хорошо, комфортно и уютно. Девчонки с собой согласны. Все здорово. Катаемся в удовольствие. А девушки, они еще такие девушки, они все бандиты еще и парус подберут. Видосочку, уже все что. Вот. Ну, а всем хорошо, если кто-то хорошо. Спасалка, опять спасалка работает, спасалка на воде. Это наш друг, а, кстати, кто-нибудь знает, нет? Это Влад Копьянский. Глухарь, Карпов, Артистов. Слава Богу, что он был, сейчас мы его вернули.
Еще же хорошая традиция на станции – это бит спонсор. Постоянно кто-то является спонсором и поставляется. Один раз за все время, но при этом, как принимает гостей, уже все сердце. Всем приятно, всем хорошо. Замечательная традиция, очень приятно. Есть возможность собственно пересечься, для соседей поболтать, там с немцами, с англичанами. Все нормальные, хорошие ребята. Ну, наши такие вот веселые компании. Собирается уже, да, и понятно, что уже. Все идут подряд. По 3-4 школы придут и делаем. Чем заняться на радости? Мы по поводу Юрия Гриша не надо ничего говорить. Вкусно и дешево. Детям хорошо. Если необходимые условия. Отречь, живо в отречь, что он на вода. Вышли, направо 200 метров, все станция, налево, дальше. Ну и всякие пустопыли. Отличный руководство. Просто хорошо дорога. Линдус, Акрополь Линдус, Кирилл, он даже старше, чем Архимский. Ну и там будешь, конечно, куда видно. Вот такие красоты. Ну и вот Супер Телетоскоп, мы очень любим в Родос. Мы приглашаем вас в Родос. Да, чем, собственно, еще интересно, большой уже казалось бы, да? Сколько островов будет через, собственно, все Эгейское море. Почему именно Кост, почему именно Родос? Все очень просто, туда прямые чартеры летают. И вот не только комфортно по логистике, но еще и бюджетно. В Москве сел, через 2 часа не расходили. Удобно и хорошо. Средняя стоимость тура, ну, 23-25 рублей. Да. Да, да, да. С билетами, с проживанием, с перелетом, с завтраками. 23-25 при проживании в Давле. Да, 23-25. Можно? Запросто. Запросто. Это реально супер. Что это неделя тут? 8 дней. Ну, на самом деле, мы уровень чуть помоложе, чем неделя, потому что недели вроде не хватает, а уровень 10 дней самое одно. Ну, будет 25-27-28. Это совершенно реально супер, поэтому обращайтесь. Нет, а у Димы... Ну, пока у нас на их всю группу есть стихия. Лига Тур, по-моему, они же тут, да, у вас? Туда Лига Тур, это не обидится. Да, 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 что совершенно доступно, совершенно реально. Нет, я знаю. Поэтому обращайтесь. Вот, как-то так. Потому что, я тебе говорю, что цену... Вопросы? Цену. Марина выкидывает иногда цену. Ну, летом было. Да, вот в ноябре там уже прохладно, да? Что еще раз? В ноябре уже прохладно, правильно? Не то, что прохладно. Там по температуре хорошо. Ветер перестает работать. Ветер перестает Чем хорошо? Чем ветер хорош? Да, после... Ну, еще до конца сентября еще буду бедно. Вот. А потом уже, да, потом уже вот начинает крутить, уже что-то приходит северный вечер. Слушай, на татарке прыгнул за 100 метров, чуть не в пляж не уйдет.
не полетел. Слушай, я катался на Карибах, Мейро, по-моему, там 50 метров галсов, и внизу стоят яхты. И ты, короче говоря, прыгаешь такой, если ты кайт роняешь, то он наворачивается на яхту. Лучшая катался, мне кажется, на Для просто хорошо. Всем хорошо. И более того, с собой можно вести животного ребенка, который там дает тысячу лет. Есть что посмотреть. Машинку взяли по острову, там объезжается. Там очень красиво. Поэтому можно сказать, на встречу. Самое крутое место это Сицилия, но туда нельзя венцерка, потому что там вот такая глубина. Спасибо, Дим. Да, не за что. Ты все под ногой тоже знаешь. Thank you.